21 день у погребе просидел, как бомбило здесь. Все, вон, можете здесь посмотреть, могу пустить на забор 5 снарядов упало. Вот снаряд, вот. Вот, один снаряд, он прикрытый шифером, второй снаряд, вон, смотрите, какая хата. Вот, стена он сдвинулась на 20 сантиметров, там он там тоже упадет до самого окна. Там на огороде три снаряда упало, такие же самые ямы. Первая мина вон упала, вот здесь, бачите? Конец огорода, 3 штуки упало. Вон соседа тоже ни одного окна не осталось. Где универмаг, там можете пройти, там посреди двора вырва такая, как на стадионе, 1,5 метра глубиною. И от этого, от взрыва бомба упала. Это когда, ну, последний день, как это, уже че ступали, че як, но че прекращение было этих действий, кто его знает. Так 24-го объявили, так и дома был. 26-го еще не, с 27-го началось тут, так бомбежка, все началось. 5 дней подряд самолет прилетал по 2-3 раза, бомбил нас. По 2-3 раза. Вот у погреба сидишь, 4 метра глубина погреба, да, и вот так вот земля под тобой уходит. 11-го числа общежитие начали, он все разбомбили. Тут людей не осталось. Я вот один, вот тут мужчина напротив так, куда-то ходит, я не знаю, где он. Не это. И вот, правда, сын и батька живут. Вот это вот, перед Ровчак. И все. Угу. Так никого, а куда там? Там у людей он вообще, у соседей все побило, позарано.